Мы сегодня обсудили некоторые вопросы организации рыболовства в республике. Есть ряд проблемных вопросов, решения, по которым требуется на уровне правительства Российской Федерации. Это, в частности, вопросы о доставке улова при организации прибрежного рыболовства по местам доставки. Это вопросы технического контроля за судами, которые занимаются рыболовством. Те суда, которые занимаются рыболовством в пограничной зоне, в Каспийском море. И вопрос по обеспечению безопасности тех судов, которые занимаются рыболовством, и соответствие этих судов требованиям международных документов по безопасности мореплавания. Эти вопросы мы обсудили с главой республики. Глава поручил Министерству сельского хозяйства в начале 2019 года разработать повестку и подготовить совещание с привлечением заинтересованных ведомств в области контроля и надзора за рыболовством на территории республики, да, для того, чтобы те рабочие моменты, те вопросы, которые мы могли бы решить непосредственно на месте, мы могли их решить сразу. И если они требуют дополнительного решения или решения вышестоящих структур, то тогда выходить с консолидированной позицией для того, чтобы можно было все это организовать в интересах рыбопромышленников, в интересах рыбодобытчиков, с тем, чтобы условия их работы соответствовали тем реалиям, которые сегодня есть. По ряду вопросов я проинформировал главу республики, по ряду вопросов, требующих решения на уровне Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства Российской Федерации, Рособоловства, основываясь на предложениях ходатайств Министерства сельского хозяйства, рыбодобытчиков, были подготовлены ряд предложений о внесении изменений в нормативные акты правительства и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Они направлены соответствующим образом в ведомство и ожидаем решения. Глава республики с удовлетворением отметил, что взаимодействие Росрыболовства и Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, в частности, по вопросам организации рыболовства, по содействию рыбакам в их деятельности, находится на хорошем уровне. Те вопросы, которые возникают, как я уже сказал, в рабочем порядке, мы решаем вот на площадках совместных совещаний, круглых столов. Я предложил главе республики на какой-то площадке организовать круглый стол или, может быть, семинар с привлечением Каспийского исследовательского института рыбного хозяйства, который занимается исследованием Каспия и других вопросов Волжско-Каспийского бассейна, для того, чтобы можно было получить какие-то рекомендации, в том числе по развитию аквакультуры в республике и по тем же вопросам организации рыболовства, о которых я уже сказал выше. Спасибо.